Всем привет! В этом видео я хочу вам показать. Вот я связала вот такую шапочку. Единственное, что я 5 раз распускала шапку, и пришлось мне закрыть обычным способом. Все, шапка меня победила. Терпения мне уже не хватило на нее. Ну ладно, оставим так. Человек, заказчик, это мой человек. Ее все устроило. Так, что я хочу сказать вам. Вот такой шнурочек я связала крючком. Этот шнурок называется гусеничка. И сейчас я вам покажу, как его вяжу. Так, сейчас найду серединку. Вот примерно здесь. И сейчас начну вязать шнурочек. Так, оставлю кончик побольше, подшить его. И вяжем. Мне надо оставить на крючке вот так вот 3 петли. То есть я как бы провязываю, но не довязываю. Оставляю 3 петли. Смысл в том, что у нас всегда будет 3 петли. 2 петли я крючок вынимаю, оставляю его и держу, придерживаю пальчиками. И начинаю провязывать с первой петли. Потом ловлю. Вот так вот провязываем. И опять. Очень плохо, если пряжа расщепенивается. Ловить плохо. Неудобно петли. Вот, все. У нас с вами опять 3 петли. И опять я провязываю. Раз. Два. Три. И так процесс все время повторяется. Вынимаем из 2 петель крючок, а далее по очереди провязываем. Вот. За счет того, что мы провязываем с первой петли, он вот здесь вот как бы подкручивается. И получается такой вот кругленький. Все, и вот таким процессом, способом я вяжу до нужной необходимой длины. Вот. Спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки, спасибо за просмотры. До новых встреч, пока-пока.